Пятерка для учителя. Факультет повышения квалификации преподавателей ОГУ продолжает обучение учителей Оренбурга, связанное с переходом на новый федеральный государственный образовательный стандарт. Лицей номер 8 стал 11-м учебным заведением, в котором организованы выездные курсы повышения квалификации. Преподаватели ОГУ читают учителям лекции по основам реализации в ГОСов и курируют их практические разработки. По окончании курсов обязательное зачетное занятие. Руководство школы представляет основную образовательную программу школы. Но пока это только проект, ее концепция. А каждый учитель, который также проходил повышение квалификации, он должен представить разработанную рабочую программу по своему предмету. И не только представить, но и суметь ее защитить. Показать, что действительно в этих программах отражены требования основных образовательных стандартов вот к этой, со спецификой этой школы и со спецификой учителя, который разрабатывал эти программы. Все, что было до этого интуитивно, то, что мы на самом деле делали, выполняли и использовали в своей работе, сейчас мы приводим в систему. Вот что такое рабочая программа. Можно сказать, что наша школа уже давно работает по федеральным государственным образовательным стандартам второго поколения, но теперь мы это все еще и подтверждаем документально, методически. Все преподаватели, которые вели эти курсы, настолько грамотно, в сжатые сроки смогли нам донести все, и структуру образовательной программы, и все разделы, и содержательные разделы, и целевой, и, значит, организационный раздел. Курсы были полезны, важны. Подтвердить свою профессиональную способность работать в новых условиях предстоит учителям 37 образовательных учреждений города. Представленные ими зачетные проекты будут дорабатываться и утверждаться до конца учебного года, чтобы уже с 1 сентября 2013 года оренбургские школьники смогли учиться по новым современным образовательным стандартам.